Привет всем! Привет всем! Кто проснулся, кто ведет бодрый день? Я сижу, жду девчонок. Приветики! Поэтому торчу в тачке. Я, на самом деле, недавно проснулась. Денек очень крутой. Умылась, побежала на тренировку. Привет с Германии. Ага, привет с России. Как там в Германии дела? Что-то смотрим новости, какой-то кошмар происходит. Бабушка, моя бабушка, Энгель, почему песню на фит не посмотрела? Я еще не успела просто, на самом деле, очень много дел, сейчас пишу треки, мне надо закончить синглы, чтобы подряд их выпускать. Уф, дел, короче, куча, вроде лето, жара, хочется гулять и наслаждаться природой. Происходит все как-то. Я уже отработать успела. Да, я тоже сейчас пойду эту деловочку. На полденс. Вот. Жарко у нас, так все пока тихо. А то, что вот приезжих так много в страну заехало. Пусть на ЦАУ, Ангелина. На ЦАУ, я думаю, если ты будешь пускать крутые треки, станешь каким-нибудь. А я пухла, ну, блин, я только что проснулась просто, поэтому я подопухла. Чуть-чуть. Еще и плохо через очки видно, все такое розовое. Видите меня? Это я вас так вижу. Я все в розовом цвете. Давай про ЦАУ. Так, на ЦАУ, чтобы попасть... Ну, ты если будешь выпускать треки, ведь участники лейбла, они просто ребята, которые пишут хорошую музыку, у них появляются свои слушатели, соответственно, мы увеличиваем и делимся слушателями ЦАУ, делится своими слушателями, а артист своими. Ну, соответственно, какими-то новыми идеями. Через очки на мир смотришь. Да, да, только так. Даже не расчесываться, если честно. Так что извините меня за такую неподготовку к перископу. Так уж получилось. Алло, кальян будешь? Не, кальян не курю, спасибо большое. Я кальян не курю. Сколько у меня время? У меня время 16:30. Так, назови дату Великой Отечественной войны. Зачем тебе эти года? 45-е года, Иркутска. Да у тебя и так красивый волос. Спасибо большое. Ну да, в общем-то, наслаждаюсь тем. Наслаждаюсь природой. Так, кто-то там сосет вас. Ну, соси в черном списке. Так, спасибо большое. Спасибо. Вот там ставят сердечки. Вот на это нужно обращать. На положительное. Короче, ребята, обращаем. Только на положительное. Это на сердечки, на хорошие комменты, на хорошее настроение. Привет. Посоветуй клуб в Москве не пафосный. Знаешь, сейчас круче не клубы, а лофты. Это когда ты со своей тусой приходишь и отдыхаешь где-то. Вот у нас скоро будет ЦАУ-лофт. Вообще, в принципе, их много. Для разного контингента, какой хочешь, можешь обрести. Это типа даже какой-то... Ну, хата есть хата, на хате тусить не варик. Клуб есть клуб. А где есть аппаратура и более-менее так цивильненько, и можно принести все, что хочешь. Как ты любишь отдыхать. Сколько лет? Мне 23. Ну, конечно. Так что, нахуй клубы, честно. В клубах бывают только если какие-то концерты крутые. Ну, или сама если вступаю. Спасибо большое. На чем ездишь? На... Вот, на своей машинке. Это моя первая машина. Но я, честно, ее очень люблю. Вот, кстати, выставляю на продажу. Так что, кто хочет машинку, которая пропитана просто участниками ЦАУ. Спасибо. Волнистая, волнистая, что волнистая? Ты про прядку или про что? Это не полный, это цвет такой. Печко. Одно. Машина Ангелина заманчива. Да. 150к. Hi, I'm Курдиш. What? Это что такое? Это имя? Ты в Хабаровске была ли? Блин, не помню. Нет, вроде не была. А может была. Что-то не припомнит память девичья.
всего 150к. А что ты хочешь от Лады Калины? 2006 года. Ну, я все меняла, честно. Выхлопной коллектор, поршни, свечи сама меняю, масло сама меняю. Масло меняется, в принципе, и без меня. Постоянно, короче, тусуюсь в автосервисе, потому что там есть знакомые, которые мне все качественно заебись делают, чтобы не возникало проблем. Потому что наш автопром есть наш автопром. Запчасти дешевые, малолитражка. Что с ней? Я хочу просто новую тачку взять. Как бы сейчас появляется варик. Немножечко побольше вложить и что-нибудь тоже подержанное. Вот такие дела. Согласен. Тоша. Где? Тоша? Тоша. Тоша в Казани, наверное, Тоша. Что хочешь? Русский ВАЗ это вообще. Ну да, русский ВАЗ. Такой вот Russian TAS. Что тачка? Тачка. Калинушка. Ангелинушка на Калинушке. Где я значок закрыла? Ты мне друг привез. Из Голландии, Холланд, я воткнула прямо на руль. Мне нравится. Мне все веселенько в тачке. Зачитать что-нибудь. Get the fuck up. И Сэмми says get the fuck up. Пу-пу-пу-пу. С татарскими акцентами. Что тачку хочешь? Наверное, тоже малолитражку, чтобы по обслуживанию было дешево. Естественно, помоложе. И, скорее всего, уже не нашу. Наверное, механика. Это такую я возьму. А хочу меня губачиться скатать, конечно. Так что не будем о том, о чем хочу, а о том, что возможно. Зачитать русский рэп. Русский рэп. Блин. Не забуду никогда твоих фраз. Не забуду никогда твоих глаз. Не забуду никогда блум седины. Помню, отец мой. Не петь? Ну так-то я не рэпер, если что. Это, конечно, очень мило. Но я не рэпер. Бабушка поможет. Да что за такое? Какая бабушка? Почему татуя бабушка до тебя доходит? Clearstis. Ахаха. Ахахах, вот именно. Лол, охохох, хихихи. Припев из песни «Больно». Никого нет, а то подумают, совсем мир сошел с ума. Недавно только обсуждали молодежь, которая сидит на улице и сидит в перископе. Думали, вот сумасшедший, отошла сама и залезла в перископ. Прокали соски. Да, и выложу. И давай все транслировать в трансляцию. Но меня забыла забанить. Кто Лера Сцао? Лера Сцао. Лера это Вебер, наверное, да? Про Валерию Веберга. Друг Цао? Подруга Давида, моя подруга, хорошая знакомая, ну, как бы, да, с нашей тусы, можно сказать, показать сиськи. Чувак, у тебя проблемы там какие-то, что ли, что за такое? Недотрах у кого-то постоянно какой-то. В перископ, понимаете, есть там, как это, порно-рулетка, да, там вроде есть. Вот вы туда заходите, и там вот эту хуёвень свою... Транслируйте. А птахи будут с этой сбьянкой? Не знаю, возможно. Что-то писали они. Все может быть. Сняли? Нет, не сняли. У меня так отвалился один в рэкет. Видишь? Так что мне нужно в Казань. Да, я замужем. Так, окей. Better low. Так что могу отключиться в любой момент. Так что не обижайтесь на меня, много бывает. Покажи сережку в носу. Так, сережка в носу. Ну вот, видишь, короче, это череп какой-то. Или инопланетянин, что-то непонятное, короче. Просто не было других. Пришлось взять эти. Я купила себе... Опять ботокс. Ты ебанулся, что ли, мне 23 года? Какой ботокс, блядь? А можно во весь рост? Нормально? Нормально? Да, спасибо. Заебись, я знаю. Так.
Ох, киса, ничего такая. Ну, спасибо большое. Очень приятно. Просто в паспорт можно фотографироваться. Обычно все так бывает. Когда ты не проснешься, там такой ведь не расчесался, ничего, обязательно нужно сфоткаться на паспорт. Только так. Только хасла конкретно. Oh shit, god damn. Да, блин, ответь, а. Так, ответить. Что ты там говоришь? Я проебалась опять. Твоим губам можно лодку гребсти. А брекетами что? Деревья рубить? Грызть, да? Что еще придумаешь? Что еще интересненького? Про брекеты. А, брекеты? Так, про брекеты. Что могу сказать про брекеты, потому что я проебала вопрос. Так что, скорее всего, это может быть, когда я сниму, так очень скоро. Ношу уже год с лишним. Да где искусственное? Посмотри на меня, ты что, угораешь, что ли, блядь? Опухшая, не накрашенная, как может искусственная тёлка вообще вылезти такой в перископ? Привет, они прозрачные или нет? Нет, короче, это керамика, да, вот это пластик. Я у двух разных поставила брекеты, потому что сверху дороже. Покажи сисю, вытащи в окно свою писю, блядь, и не уёбывайся. А только такие и вылазят. А ты что делаешь, тоже такое, что ли, а? Все, ты хочешь опять прокачаться и завидуешь прокачанным тёлкам? Ну вот, короче, я поставила такие брекеты. Походила 2 месяца, поставила снизу пластик. Пластик постоянно отклеивается, но он дешевле раза в 4. Поэтому, как бы, заебись, экономия. Я не того, что ли, заблокировала? Чёрт, ребят, короче, я баню вообще. Походу, путаю кого-то. Так что, сорян. Не хотела, потом посмотрю. Может быть, трансляцию и обратно вытащу. Так, что я говорила там? А, ну вот, про брекеты, да, как всегда. Короче, скоро снимут и будет все охуенно. Я уже замучусь до брекета ходить. Просто до невозможности. А то реально на уточку похоже. Да и носогубные. Носогубки, блядь, появляются. Сейчас он каркает, все, блядь, про ботокс. Скоро реально будешь думать, что, блядь, обколоться по... Фу-фу-фу. Я хочу поставить. Завистники все такие. Да, это нормально, блин. На самом деле, мне кажется, скоро все будут переживать уже, если кто-то им не завидует, подумает, блядь, походу со мной что-то не так. Ставят мне там сердечки красненькие, они так заебись смотрятся на розовых очках. Хейтеры — это найс. Ну, меня, например, хейтеры иногда... обижают, но чаще всего они меня стимулируют делать лучше, двигаться. Не сделать какой-нибудь хуйни, типа, блядь, ботокса или чего-нибудь еще. Так что спасибо вам большое, хейтеры. Предупреждайте меня, что делать не нужно и каким становиться. Ну и тем более показывайте пример, каким говном нельзя быть по жизни. Ну, в смысле, такое дерьмище выливать. А минет, как делаешь с ними? Да все нормально, чувак. Все так же обычно происходит. Ты можешь сам проверить, поставить, может. Может, у тебя по-другому как-то, блядь. Может, у тебя... Ну, в принципе, если так там что-то... И так тебя так жизнь на это толкнет, то ты какой-то пацанчик не очень волнуется, пот, да. Да. Ребята. Такое, что, на самом деле, перископ, это такое, стою, выкинул какашку какую-то и вышел из трансляции, и думаешь, ой-хи-хи-хи, как нормально я сейчас выдал, сейчас у меня так все супер будет, ух, реально прям веселит. Блин, вот что-то так смотрит, прям, как будто прям, черти что, она сидит, общается с камерой, ну, блин, да, общается с камерой. Привет, что у тебя с зубами? У меня стоят брекеты, видишь? Отвалился один брекет. Ну, так что это новая тема пообсуждать меня. Или нет? Или все нормально уже? Панч над собой ограничивает панч чужих над тобой. Класс, такая открытая. Да, даже слишком порой. Вот ляпнешь как что-нибудь, так потом думаешь... Порка, бейби-фейс. Бейби-фейс, ну это все щеки. Вот ругаются на щеки, а однако, блин, щекой-то моложе. Ножки покажи, пожалуйста.
Я вам покажу сейчас лучше. Покажи свои сердечки, которые зажили. Смотрите. Они зажили. Так что мои сердечки тоже. Теперь у меня две малюсенькие татушечки. Baby, of course, baby. Карен хорошо делает тату. Карен? Это кто? Ну, вообще, хорошо делает тату, это Глеб, мой братишка. Он татуировщик. Он в Казани. Так что, ребята, обращайтесь, кому интересно. Татуировки странные, но на ваш эскиз он может воспроизвести. Ходила вот в Казани, была их студийки, мне девочка набивала. Это не нацал, потому что, может, у нас нацал кто-то есть. Привет, как дела? Приветики, дела хорошо. Вот. Общаемся, наслаждаемся деньком. Жду подруг. Просто мы опаздываем на полденс. Я вчера себе потянула на турниках очень сильно плечо. Это просто кошмар, я не знаю, как буду заниматься сейчас. Кто ходит, кстати, на турники? Кто не ходит, ходите. Это так супер, мне вообще нравится. Вчера ходила с мужем, позанималась отлично. Вообще, детишек на улице, я прыгала в скакалку. Собрались штук 5 мальков. И все смеялись, радовались, как я прыгала в скакалку. Ну так мило. Блин, я пропустила вопрос какой-то. Почему-то мне опять быстро прилетели. Это у вас так же или что такое? Салам. Салам алейкум. Маленько. Маленько, салам. А дев все нет и нет. Дайте-ка я подключусь к зарядке, а то что-то печально. Много ли тату? Так. У меня, сейчас скажу, так, у меня, значит, такие есть татуировки, такие ни много ни мало, это две маленькие сердечки, здесь, видите, на второй ноге точно так же, на ноге крест, надпись на спине, под левой булкой надпись, забита вся поясница, чуть вверх спины. Бедро забито, живот забито, все вниз. Это сколько уже получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь туров, короче. Но я их буду, короче, в единую все соединять, чтобы она была практически одна. Когда-нибудь мне это получится. Перетерпеть по чуть-чуть. Ангелин, что Басоту редко стало слышно? Куда подевался? И Басота рядышком. Басота все делает, пишет. Он просто очень много работает. Творческий процесс на самом деле такое дело растяжимое. Завидую тем людям, кто может писать и все это из этого кайфово. Мне не получается. Я Станиславский, и поэтому у меня получается либо качество, либо количество. Поэтому стараюсь лучше на качество работать, чем на количество. Не хочу делать хуйню. У нас в городе есть одна девочка, рэперша, хотела заняться, что-то боялась, но тексты ее. Девочка. Ну, блин, если занимается, пусть делает. Пусть пишет, блин. У меня с текстом проблема. С мелодией, с звуковой, с инструменталкой, там всем другое дело. А вот с текстами, конечно, мне приходится. То, что я пишу, у меня получается какой-то рэп-текст. А потом пропеть его — это совсем другая история, потому что строчки нужно разрывать и разделять именно вкусные слова, которые можно протянуть на гласные звуки. Это такой вот трепетный подход к тексту и к музыке. Как-то так. Да.